2 августа – рабочий день, однако на аэродроме Айок собралось немало народу. Повод был весьма серьезный – праздник воздушных десантников. Ну а как лучше всего отметить день ВДВ? Конечно, парашютными прыжками. Сегодня самый прекрасный день, который есть на Земле – это день ВДВ. Я хочу поздравить всех ребят, которые прыгают, прыгали и собираются прыгать. В небо готовились подняться новички-перворазники, опытные спортсмены-парашютисты и, разумеется, десантура, ветераны и молодые парни, недавно только отслужившие в войсках дяди Васи. Так еще уважительно расшифровывают аббревиатуру ВДВ по имени Василия Филипповича Маргелова, четверть века командовавшего этим родом войск. Я Артур, у меня 6-й прыжок. Поздравляю всех десантников с днем ВДВ, а также всех, кто служил в спецназе ГРУ. С праздником, братья! С днем ВДВ! Мне шлем идет. У новичков двойной повод для радости. Первый прыжок, да еще в такой день, в одном строю с настоящими десантниками. Десантура привыкла, конечно, прыгать с большущих Ил-76 или Ан-12, но досаавский трудяга Ан-2 прекрасно справляется со своей задачей. Забросит на заветную высоту, где расплескалась синева, где до земли будет целый километр свободы и сумасшедшего восторга, который испытывают все парашютисты, независимо от опыта и количества сделанных уже прыжков. Естественное волнение. Немного страшно, но это нормально. Потому что не боятся только дураки. Решили отметить свой профессиональный праздник. Вот так вот. Совершив прыжок с парашютом, потому что, чтобы поддерживать именно, естественно, авторитет солдата-десантника, не просто купаться в фонтанах, напиваться, потому что это недостойное поведение. Я так считаю, все мои товарищи так считают. Поэтому хочется, чтобы все наши братья к нам присоединялись, этот день отмечали именно таким образом. Слава ДВ! Те, кто хоть раз услышал сирену и команду «пошел», не забудут, пожалуй, такого никогда. Все сомнения остаются позади, в уютном самолете. И надо сделать решительный шаг туда, на улицу. Ну, за ВДВ! На улице, под куполом парашюта, вспоминается, что сегодня еще и Ильин день. Кто-то прыгнул сегодня впервые, а у других весьма солидный юбилей. Дмитрий Гурулев, инструктор аэроклуба, посвятил десантникам свой 2500-й прыжок. Стоило 2500 прыгнуть, чтобы юбилей сделать на D6, на этом легендарном парашюте. Проверить еще раз его надежность. 24! 25!